Этот гол заставил гостей раскрыться, а дончане только этого и ждали. 89-я минута, и свершилось то, о чем говорили всю последнюю неделю. Генрих Мхитарян забил свой 22-й гол в чемпионате и повторил национальный рекорд. А уже в следующем матче полузащитник «Шахтера» может превзойти лучшее бомбардирское достижение сезона в украинском футболе. Спасибо Луису Адриану, так как он мне дал эту передачу, и спасибо всей команде, что помогли мне забить. Пока что никаких ощущений, может, если забью больше, потом уже начну чувствовать то радость, и ощущения очень хорошие.